Всем привет, на связи Райзен и добро пожаловать в новый ролик Project Evo. И этот вайп получился довольно-таки интересным, возможно, одним даже из самых лучших на этом канале. Ведь мы очень часто ездили на дропы, также мы скрафтили машину, более-менее строили адекватный дом, который потом по итогу зарейдили. Будет, как мы поехали мстить рейдерам и как мы наткнулись на антирейд. В общем, я думаю, что вам будет интересно. Поэтому, возможно, вы захотите заранее поставить лайк и подписаться. Я же буду не против. Кстати, чуть не забыл, в этом ролике я ставлю аж целых 2 код пропуска на бета-тест. На протяжении всего видосика я буду их где-то прятать, вставлять. Поэтому твоя задача найти их быстрее всех. Кстати, очень важный момент, который меня волнует. Мне осталось 10-15 подписчиков и будет ровно 1000 на этом YouTube канале. Так что дерзайте, ребятки, давайте добивать 1к. Все важные ссылочки вы найдете в описании. Не буду больше затягивать. Приятного просмотра. 1, 2, 3, запись вроде как пошла, ребятки, только что домонтировал ролик, и мне приходит оповещение о том, что нас рейдят. Я писал ребятам в дискорде, но пока безуспешно, никто не заходит. Сейчас попробуем, короче, в соло задефать. Вот. А, ну или не попробуем. Как-то они быстро сломали и забор, и две стены, получается. Странно. Оповещение вроде вот только-только пришло. Я думал, что я еще успею задефать. Так, ну ничего страшного. Тогда попробуем сейчас где-нибудь возродиться на территории, взять биту и что-то намутить. Так, нарубим деревце. Конечно, это Unreal, скорее всего, но тем не менее. Либо застроить их. Хотя нет, застройка это уже перебор, я думаю. Застройка это лишнее. То есть это сам баг игры, что во время рейда можно застраивать. Это неправильно, поэтому и пользоваться этим не будем. Ну да, вон эмберы они уже сломали. Сейчас попробуем дубиночкой их полупить. По-моему, трое или двое там их. Вот этого. Бля, 3 удара. Ну, 3 удара сделал. Если бы его нокнул, возможно, еще второго смог. Ну, тут с мачете, в принципе. Там мне 1 удар, у меня пол хп было. Так, наша новая хата. Вот. Построили мы ее буквально там за минут 40. Тут, как я понимаю, как по словам Крохи, здесь 5 стен. Вот. Тут самое, что незащищенное, это у нас крыша. Пока что лимита не хватает, нужно собирать эмберы, нужно расширять дом. Вот, кто не знает, как только вы набираете там эмбер в 1-го уровня, 2-го, 3-го, 4-го, с каждым уровнем лимит построек у вас увеличивается. Вот, поэтому нам нужны эмберы, сейчас поедем на дрову, поедем все фармить, будем как-то пытаться развиться, вот. И вот такая вот хата, короче. Здесь еще будут стоять стены с колючкой, чтобы наверх нам никто не смог залезть, вот. Двадцать пять минут я пофармил, получается, уже переплавилась у нас сера, сколько, 10 тысяч, ну вот десяточку я железа еще нафармил, этого в принципе должно хватить, чтобы апнуть фул кибитку в железо, это раз, и в принципе там на 1-2 дня игры там чисто на какие-то крафты тоже должно как бы оставаться, поэтому ставим все на плавку. Напоминаю, ребята, для тех, кто не знал, даже есть такое понятие в Лиусе: выигрывает тот, кто фармит. То есть ты можешь стрелять как угодно, ты можешь там быть хорошим там топовым игроком по РТ, там убивать боссов, но выигрывает всегда тот, кто фармит. И это основное главное правило и в Расте, и в Лиусе, и скорее всего будет здесь.
Так, мы сейчас на дропщике, там минут еще 5 он кдшится, и можно будет его забирать. Но у меня вот здесь справа приехали два типочка. Кроха там слева на ангарах сидит, дроп контрит. Не знаю, вроде бы он их видит. Сейчас попробуем шотнуть. Ой-ой-ой-ой, как лагает. Да господи, попадай ты. Кроха, иди сюда, они меня сейчас мачетами захуярят просто. Иди сюда, на мою сторону. Дальнего, дальнего сразу убивай. У него там хп вообще ноль. Все, второго догоняем. Второго догоняй. Да ну, блять, у меня сколько? 5 тык у меня просто не регнуло вообще. Вообще не регает. Типа, я не знаю, что это за бред. Еще и дробовик по 8 наносит. По 8 за каждую дробинку. Типа, ну, там попадает... А, ты его добил? Попадает из дробовика, ну, я не знаю, там... 4 из 8. Типа, вот так вот. Что у него там было? У этого бомжа там мачете была, штаны, короче, всякий хлам. А вон еще один стоит справа перед нами прямо. Что-то он... А, не, я думал, он ФК. Ну, вот сейчас урона не показывал, но он проходит. Он видно, типа, что он нокнается. Хотя он приехал с лутом. Веревочки, бинты, даже скраб небольшой. Я не понимаю, они, типа, лутаются, и когда видят дроп, просто бегут сюда? Ну, типа, это глупо максимально. Подождем еще, посмотрим. Я думаю, что это еще не все. Вот те двое, скорее всего, вернут. А, вот они. У тебя в спине. Да, возьми ты ППШ. Возьми ты ППШ, да и все. Сверху, там, где мы убивали типов, с лука накидывает. Самого верху, да, вон там. Здесь двойка, здесь двойка. Здесь двойка. Бля. Добей слева типа, слева типа. Там вообще лоу он остался. Минус один. Сейчас слева сам добью. Минус два. Там снизу, снизу еще есть. Бля, он с ППШ, он с ППШ, он с ППШ. А, это зомбарь. Фух, минус три, нормально. Ой, там тип с ППШ был снизу, который. А чё, а, он уже мертвый. Тут такой еще баг этот припизженный. Ну пойдет нормально. Надо чекнуть, сколько там, через сколько дроп откроется. Еще один едет прямо на лошади. Смотри, перед тобой. Минус. Все, минус, минус. Ебать, я еще его с коня каким-то образом сбрил. На коне, если он едет, обычно вообще не регает никогда урон. Это очень странно сейчас было. Ну это эти же типы, короче, они просто ресаются неподалеку. Еще один? Они просто резаются неподалеку и, типа, пытаются с дубинки сюда залететь. Сейчас я этого добью. Со стрелами он пришел. Я, кстати, почти фуловый, типа, буду сейчас. Если еще кого-то завалим, я слутаю. И, в принципе, дроп, наверное, будешь забирать ты. Сколько там вообще до дропа еще? Открывается ящик Пандоры. Ну, слушай, типа... А, ну это дробовик, да, типа, он двустволка, это получше, чем дробь будет. Но хз, там на него нужно еще патронтаж вешать, чтобы он адекватно стрелял. И перезарядка была, ой, я еще издеваю, вообще спать хочется постоянно, не знаю, фармишь, блять, полночи играешь, потом утром просыпаешься, хочешь спать, просто жутко. Ну, здесь, в принципе, все, можно уезжать домой. А где он стреляет, я не понимаю, он где-то здесь в ангаре сидит? Где сверху? А, это все время он с коряка вот прям вот оттуда стрелял, он забрался и там сидел. Вот весь в этот 10 минут дропа, серьезно, блядь? Родной, ты чего? Господи, как можно было здесь 10 минут сидеть и не шелохнуться? Ну да, коряк, патроны на коряк. Все, поехали завозить домой, блин. Я почти фуловый уже. Не то, что почти, я уже в принципе фуловый. Не хочу это все проебать. Какой-то челик принес двигатель с собой на дроп. Мы даже не заметили, как слутали его. И по итогу, короче, мы скрафтили тачку. Давай, Кроха, скидывай машинку. Я зрителям покажу, что у нас седан есть, брат. Давай. Вот. И, в принципе, мы думаем потом на этой машинке покататься. Вот она. И посмотреть, что как.
как она ездит, как она здесь оптимизирована, вот, как-то так. Ну, странное название, чтобы, вернее, странно перевод седан, типа они ее так назвали. Ну, прикол, прикол, окей, пускай будет. Потом ее попробуем. Блять, вот чтобы вы понимали, мы только-только отошли, и нас уже сразу же начинают рейдить. Мы только зашли, так... Ну, железа нету, короче, я хз, что делать. Нам... Ну, сейчас зарейдит, скорее всего. Мне пришлось кильнуться со всем лутом. Прям со всем лутом пришлось кильнуться. Ну, а, их еще и трое там, короче. Ну, да. Минус хата, минус ресурсы. Мы были в зиме. У нас был фулл инвентарь лута. И мы увидели, что нас рейдят. И пришлось кильнуться. Здесь у нас стволов нет. Здесь у нас нихуя нет. Поэтому вот так вот. Ну, немного, конечно, обидно. Это игра... Кстати, у нас среди топ-1, по-моему, они там французы, либо испанцы, я до конца еще не понял. Так, сейчас будем заниматься лутанием комнат. Мы хотим все-таки отомстить, приехать их зарейдить. У нас осталось до закрытия рейдов 2,5 часа. И это, в принципе, наше время на то, чтобы подготовиться ко всему. И приехать отомстить, как минимум. Что у нас здесь? Будем лутать, короче, комнаты, будем фармить скраб. Нам нужны компоненты на C4, нам нужны компоненты на динамит. Вот, сколько получится, сколько успеем, столько скрафтим, в любом случае поедем рейдить, даже если не будет хватать взрыва, в любом случае надо что-то будет делать, вот. Поэтому сейчас будем шататься по комнатам, фармить, убивать банши, лутать эмбер-честы и, в принципе, потом уже, я надеюсь, мы все это успеем и поедем. Прошло плюс-минус 2 часа, мы, короче, пошли там, по локациям походили, пофармили эмбер, пофармили компоненты на взрыв, я потом еще стерки пофармил, вот, еще там, ну, короче, просто пофармили. И вот такое количество взрыва у нас получилось, то есть 15 сих и 28 динамита, скорее всего, этого не хватит, но попробуем добраться хотя бы до лутовой.
Вот. И, в принципе, наказать ребят за то, что нас они любители порейдить. Как позже выяснилось, ребята эти есть в официальном Дискорде, они знают, кто это такое, они знают, что мы занимаемся Ютубом, и, скорее всего, это было сделано намеренно. То есть они нас намеренно искали. Да, я не буду за это осуждать, это игра, кого ради того хотят, но тем не менее, они это делали не выборочно, а специально. Вот. Поэтому не то, что обидно, но просто зачем, типа, портить ролик. Не то, что портить даже, да, как бы это их право, но, тем не менее, с моей стороны это как бы подпортило многое, потому что мне пришлось потратить еще кучу времени на фарм и разжечь во мне эту ненависть, и сейчас мы вот на это и точили, поедем все-таки на рейд. Вот такая вот, ребят, машинка. Сейчас будем смотреть, как она себя ведет. Вот, ну, вроде как в Лиосе, знаете, не тэпает и не зависает так сильно. Вот, мы уже знаем, что она очень много жрет бензина. Мы взяли свой 500, и дай бог нам этого хватит, чтобы доехать и туда, и обратно. Потому что кушает бензина очень много. Вот, поэтому, ну что ж, доедем, попробуем зарейдить. Нет, так нет, пойдем тогда уже спать. Уже время 2 часа, вот. Как-то так. А нет, все-таки, видите, иногда подвисает машина. Но это, скорее всего, из-за пинга, потому что у нас с ним здесь на сервере пинг. Так, машинку оставляем вот здесь, скорее всего. И тут домик недалеко, пускай здесь постоит. Если у нас все плохо пойдет, то в любом случае мы возродимся и едем на машине, потому что бензин останется там. А и с другой стороны, тачку мы им не отдадим. Так, я не понял, там кто-то уже есть или мне показалось? А, да, реально. Их уже рейдят, походу. Подожди, либо это они же там что-то лазят, либо их рейдят. Кроха, походу, мы с тобой не успели вообще. Сейчас главное понять. Сейчас главное понять, кто это. Это хозяева дома или их рейдят? Иди сюда, я тебе бинты скину. Мне кажется, их просто рейдит сейчас. Короче, надо поближе подойти и просто посмотреть, что там происходит. Вот и все. А ты отсюда вообще хаешки закинешь, ты попадешь? Типа там, тебе нужно подойти прямо под забор, чтобы она залетела. Но он пытается, короче, по лестнице залезть, и это, скорее всего, просто их рейдит сейчас. И эмберы, кстати, не горят, возможно, уже зарейдили и унесли. Либо дорейживают, либо это просто вообще левые челики, которые решили чекнуть дом. Не знаю. Потому что эмберы здесь уже не горят. Попробуй гранату закинуть, попробуй. А я попробую по этому, по дальнему просто прострелить. Но и с коллиматора и хз. Ты его нокнул. А еще одного нужно добить, второго. Это второй? Подожди, ты второго сейчас нокнул? Подожди, сейчас. Лестница, наверное, с правой стороны будет где-то, потому что я не знаю, куда они залазили. И либо они дырку сделали, потому что тут колючки, либо я хз. На лестнице, смотри, на лестнице убегает. Убегает, сука. Он просто решил кинуть своих типов и съебаться по-быстрому через забор. Ну, конечно, взрывая, перелазить это вообще максимальный бред. Тут лестницу поставишь, по колючкам этим полезешь, я спущусь, уже пол хп будет, даже меньше. А если там челик сидит, он просто нокнет нас. Типа, добьет, прямо когда мы будем на стенке. Поэтому сейчас стеночку взрываем и залетаем. Еще почему-то подлагивает прям очень сильно. Наверное, из-за здания или из-за чего это, либо из-за записи. Хз. Хотя я запись уже понизил на 720 вместо 2К, я раньше в 2К записывал. Сейчас вроде как полегче. Где он? Он внутри, он здесь у меня, внутри. Блять, ай, забей, я рукожоп, нахуй. Что я вообще делаю? Я ног. Добьешь его? Добивай. Блять. Ты убил его? Красавчик. Я уже возрождаюсь рядом. Подожди, я иду. Красавчик, молодец. Сейчас я иду. Да, блядь, забей. Я вообще, блядь, руки из жопы тебе. Я не знаю, я просто затупил, вот и все, типа.
Сейчас я приду, залутайся, подожди. Так, я себя слутал. А, где ты говорил, ресурсы здесь есть? Возле коня, который? Надо еще проход чекать, потому что они, скорее всего, приедут. Типа, если их трое, и, скорее всего, они живут недалеко, то они приедут. Ну, у меня здесь камень и дерево, типа. А где ты говорил, ресы есть? Сверху там или где? Я приехал, приехал на коне один. И там еще один за стенкой идет. На коне нокнул. А, там еще один, по-моему, в проходе был. А, вижу ресы, вижу еще. Камень, дерево. О, ебать, сколько там этой кожи. Нормально, нормально. А где ты говорил? А, ты пулик у него забрал, все, я понял. Где-то здесь еще один был. Или не показалось? Не показалось, когда челик на коне заезжал, кто-то еще там бегал. Так, так что, они эмберы, походу, забрали, да? Тут только вот эти ресы остались, а эмберов я тоже не вижу. Типа, они даже не горят. Скорее всего, их вообще было четверо. Один сразу эмберы домой повез, а второй... Ох, ебать, сколько здесь серы и пороха. Они, походу, слышишь, докрафтить, типа, хотели или что? Что там вообще на втором этаже? Ну, нормально, хоть не зарейдили, хотя бы за антирейдили. Но все равно, блядь, они эмберы забрали. Ну, не суть. По сути, ресы все нам осталось. Ну, реально, 500 кожи, это сколько можно брони наделать? Нормально, нормально, пойдет. Ну, хз, я не знаю, что здесь добахать. Типа, я предлагаю вообще просто все забрать, пока они сюда не вернулись с фулл заряженной, и нас не уебали. Просто забрать все шмотки, которые мы с них подняли, и уехать. Ну, типа, в любом случае, этих пиздюков зарейдили, да, даже если не мы, то они, поэтому будет проще. Поэтому я предлагаю просто поехать домой и все. Типа, тут иди долутай, может, тут камень, дерево осталось на уголь, чтобы было. А так, в принципе, вот этот сера и порох, это, скорее всего, они выносили с этой хаты. Потому что где они тут нигде не докрафтили. А я не попадаю по нему. А там, случайно, не их киба стоит вдалеке? А за каким он... А, все, вижу, вижу, вижу. Ну, он бомжара, блядь. Они... А, не, он с ППШ пришел. Слышь, а вот это вот не их случайная кибитка? Может, ее за рейди? Может, там, блядь, они все ресы сложили? Потому что, насколько я помню, этой кибы здесь не было. Типа, все равно с бах остается. Может, реально за рейдим ее? Надо было, наверное, вообще со стены задней начинать. Ну, сейчас дверьку откроем, и, типа, я не думаю, что там будут буферки. Если это киба для рейда, то там ничего не будет. Но эти уже больше вроде не приходят. Но мне кажется, что они здесь, типа, потому что они так выбегали прям отсюда. С этой стороны всегда. А, не-не-не, здесь верстак стоит, это, скорее всего, чья-то просто киба, не. Мне кажется, там нихера нет. Поехали, короче, домой, поехали, пока нас не прищучили здесь. Хотя бы завезем то, что урвали. Надо просто ехать и все выкладывать. Нормально, бля, полный инвентарь. Не самых плохих ресурсов. Ура, мы дома. И вот, ребятки, мы все скинули. Все, что мы получили с этого рейда, все в ящик. Слева то, что поместилось в ящик. И справа то, что осталось у меня в инвентаре. В принципе, довольно-таки большое количество ресов. Мы заантирейдили этих типов. Конечно, хотели все-таки сами зарейдить, но что есть, то есть. Ну что ж, вот такой вот ролик на этом вайпе у нас получился. Очень надеюсь, что вам понравилось и вы остались довольны. Да, я прекрасно понимаю, что у меня очень много косяков, но, ребятки, я не киберспортсмен, по крайней мере, пока что, и игра новая, нам еще ее изучать и изучать. Напоминаю всем, что два кода на бета-тест я спрятал в этом ролике, и очень надеюсь, что тебе понравился этот видосик и ты поставил уже лайк, а также подписался. На этом все, ну а я с вами не прощаюсь, увидимся на просторах Project Evo.